Всем привет, вы на канале Мурмяу, и сегодня мы продолжаем уже играть в шестую серию Rush. Кому интересно, усаживайся поудобнее и поехали. В прошлой серии мы были там, вот, где игра вверх была. Было очень интересно, а сегодня у нас тачки. Ну что, давайте посмотрим. Смотрите, сзади такой каньон интересный. Даже машина каменная сделана. Побежали смотреть. Если ты без ума от тачек, тебе обязательно нужно посетить их игровую зону. Смотрите, какой-то город сделан прикольно. Там мост сзади. О, даже перекати поле катаются. Смотрите. Супер сделано. Вообще интересно. Давайте на первую карту зайдем. Крутые гонки. Давайте посмотрим, что ж там крутого будет. Неужто у нас будут гонки? Привет! Ты же в тачке сыграть хочешь, да? Тогда ты на нужной площадке. Я Шелби. Я с ума схожу по тачкам. Мне нравится играть за Мэтра. Он такой прикольный. Эй, давай как будто мы на холме Вилли в Радиатор Спрингс. И Маккуин ищет новую машину для своей команды. И это... Ты! Но сперва нужно показать себя. Тебе нужно пройти испытание метро для крутых гонщиков. Да, я сделал такой маршрут, чтобы только лучшие гонщики смогли пройти его. Я доверяю мнению метро. Если он верит в тебя, этого достаточно. Это не я так говорю. Это все испытание буксира метро. Ну что, побежали испытания делать, Нося. Нам надо испытание метро пройти. Покажи мне, как круто ты ездишь. Конечно, сейчас покажем. Смотрите, мы реально круто ездим. Так, ого, главное не врезаться в передние вот эти вот ограждения или что это. Вот это, кстати, серия шестая, она уже финальная. Интересно сделано, между прочим. Не просто мы бежим, а тут уже гонки. Это прям здорово. Даже видели, на мосту проезжала машина. То есть это не просто сделана картинка, по которой мы якобы едем, а анимационная сзади. И машины ездят, и я думаю, еще что-то будет впереди. О, значок. У нас такого еще нет. О, смотрите, поезд едет. Это здорово. Мы уже собираем монетки все больше и больше. И как минуту мы уже едем. Все, что тебе нужно, следовать за шерифом. Да, следуем мы за шерифом, следуем. А тут сейчас будет крутой Мэтр поворот. Говорит, ты умеешь ездить. Ну что ж, сейчас проверим. Главное не врезаться на повороте. Ага, что это впереди у нас такое едет? Ну что ж, покажи, что ты умеешь. А, это ж тот шериф, точно. О, мы уже перешли на бездорожье. Были по каменной трассе, а теперь уже по грунтовой. И, ого, прыжок. А? Покажи, что ты умеешь. Он немного заносит. Так, тут сейчас опять будет крутой поворот. Стрелочки красные на это указывают. Надо аккуратненько. А? У тебя серьезные проблемы. Но я вижу, ты над этим работаешь. Конечно, работаю. Вы что? Посмотрите на меня. Я самый крутой гонщик. Оп. Ой, немного не долетели. Это не обращайте на это внимания, я все-таки крутой гонщик, я правда слышал, же? Ты умеешь ездить. Ну что ж, посмотрим. Давайте, что ж. Я видел много хороших гонщиков и могу сказать, что у тебя есть потенциал. Вот видите, я же говорила, что я крутой гонщик. А? А что там дальше будет? Трамплин опять? Ого. Так, дальше. Ого, по мостику, смотрите. Едем. На твоем месте я бы последил за тем, что летит с неба. Что там в небе летит? Кто-то скидывает бомбу. А? Вертолет, он, смотрите. Ага, они нам мешают. Какие-то валуны поставили. Неужто не будет катиться? Мы успели пробежать. Конечно, я профи. Сейчас трамплинчик опять.
Главное не попасть в камень. Все, объехали. О, смотрите, те самые валуны уже катятся. Тогда они их поздно, видимо, поставили. Мы успели пробежать. А теперь покатились. Ого. Обогнал нас тут. Точно, что спринтер там. Что-то он за краски кидает синие. Хорошо, хоть не на нас. Мы по другой дороге будем ехать. Ха-ха-ха. Ну, ого. О, уже желтая краска. Главное не вляпаться. Я думаю, она затормозит. Тут уже финишная прямая. А ну. Покажите, расскажите нам. Да, смотрите. Ты круче всех! Мэтр был прав. Такую прекрасную езду редко увидишь. Ты отлично дополнишь мою команду. Да уж. Я все время смотрела. Это было действительно впечатляюще. Это Холли, моя подружка. Перед нами будущий гонщик и прекрасный шпион. Наше задание отлично тебе подойдет. Правда, если молния Маквин не просит подождать. Конечно, он подождет. Да, Маквин? Ну кто я, чтобы связываться с британской разведкой? О, да у тебя отличные навыки гонщика. Я прям впечатлен. Итак, прошли мы крутые гонки и заработали. Аж. А ну показывайте, сколько очков? 5700 очков. Правда, на серебряную медальку, но это неплохо, я вам скажу. Доступна нам новая серия открылась. Какой-то китайской башни. Найди и обезвредь бомбу, спрятанную где-то в городе. Ух ты. Это мы сейчас, значит, будем в городе китайском. Я знал, что ты на всех произведешь. Лучше, чем следом, политый маслом для коробки передач. Я горжусь тобой. Это было смешнее, чем ведро гаек в масле. С тобой я готов играть в тачки когда угодно. Просто отыщи меня. Хочешь попробовать что-то новое? Тут у ребят есть пара интересных идей. Давайте попробуем. Смотрите, зажглись салюты вокруг этой арочки китайской. Интересно. Если можно так назвать арка, это команда саперов. Ух ты. Тут все ребята милые, честно. Да, я понимаю. Просто подойди к ним, и они тут же пригласят тебя в игру. Ну давайте, приглашайте. Будем обезвреживать бомбу. Здравствуй, я Эмма. Знаю, ты любишь тачки. Не хочешь погонять? Круто! Я буду Холли Делюкс из британской разведки. А задание будет в Токио. Там на трассе Гран-при Токио кто-то оставил бомбу. У меня есть детектор бомб, а у тебя обезвреживатель. Но он работает только на близком расстоянии. Нужно исследовать трассу, найти бомбу и подъехать как можно ближе, чтобы успеть ее обезвредить. Это сигнал. Она должна быть где-то рядом. Франческо Бернулли. С дороги, друзья Маккуина! Мне надо готовиться к гонке! Это Франческо! Бомба у него! А он даже и не знает! Нужно догнать его и обезвредить бомбу. Ого, смотрите, нам надо догнать Франческо и обезвредить бомбу, пока она не взорвалась. Ух ты! Не забудь! Франческо ничего не знает о бомбе. Не стоит его пугать. А я думаю, стоило ему рассказать, чтобы он остановился. А теперь он, получается, за этим спринтером мы должны будем лететь. Сможем ли мы? У него еще такая спорткар, а у нас непонятно что. Франческо надеется, что тебе нравится его задний бампер. Ведь это все, что ты сможешь увидеть. Когда бомба взорвется, мне очень понравится твой задний бампер. Да. Мы ездим по такому Токио, красивому городу. Остановите машину! Такой ночной городок, смотрите. Даже фонарики, это все отражается в асфальте. Очень красиво сделано. Везде куча разных вывесок.
Разные здания, кстати. Тебе нужно обезвредить бомбу немедленно, а для этого надо подобраться ближе. Хорошо они сделали, потому что обычно натыкают одинаковых зданий. Ну, типа фон готов. А тут прям очень хорошо сделали. Для такой игры они постарались и больше, чем надо. Так, тут мы уже в ночной лес или что это заехали. Или парк. Скорее всего парк, потому что в черте города лес очень редко встречается. Так. Ага, смотрите. Поехал он по другой трассе. Давайте попробуем догнать. Немножко с прыжком забыли. Так. И фонарики стоят тоже. Мостик, смотрите, прикольно. Можно было по мостику проехать. Ну, решили под мостиком. Теперь поедем наверх, улетим. Ух ты, что это? Это фонарики тоже. И... ой, немного врезались. Что ж такое? Не дали трамплин сделать красиво, а? Горы. Так, интересно, как со стороны мы выглядим? Маленькие детские машинки катаются или что? Если бы нас люди видели. Франческо ничего не знает о бомбе и не должен знать. Подберись ближе и обезвредь. А, так мне надо же подбраться еще. Вот его бы камнем прибило, было бы хорошо. А? Никуда бы он не бежал. Ваш Франческо. Тем более он говорил, что он ненавидит нашу банду Маквин. Взорвало бы его и хорошо. Они, наверное, переживают, чтобы город не взорвало. Опять мы выехали в черту города. Ага, неплохо я справляюсь. Я суперово справляюсь. Так что там особо ты там не это. Не говори мне. Ой. Нужно его догнать. Это сглазили меня 100%. Не будем, значит, мы заезжать в эти трубы. А? И поехали. Выехали мы уже на мост городской. Ого. Вывески падают прямо перед нами. Кто это взрывает все вечно? Опять тут вертолет или нет? Это полиция сзади слышно. Вот, смотри. Обезвреживаем бомбу. Что? Что вам нужно от Франческо? У нас не было выбора. Кто-то подложил взрывное устройство. Но все в порядке. Это нелепо. Франческо не так просто обмануть. Вы хотите меня обогнать, друзья Маккуина? Но ничего не выйдет. Не знаю, почему нет. Места тут хватает. Наши техники немедленно начнут изучать устройство. Что до тебя, твоя работа выполнена безукоризненно. Никто и не догадывался о возможных проблемах. Хорошо сделали мы нашу команду саперов. Выполнили это задание. Обезвредили бомбу. Маквину, ой, а Франческо уехал недовольный. Заработали мы аж 5700 тоже очков. И доступна нам новая серия. А ну что там будет? Охота на конвой. Ух ты. Руководство будет радо услышать о твоем успехе. Значит, выходим в парк. Отлично. Отлично. Если захочешь еще поиграть в приключения машин-шпионов, дай мне знать. Как насчет нового испытания? Говорят, кое у кого есть для тебя отличное предложение. Давайте попробуем там, что ж там интересненького. Так, ух ты, смотрите, тут даже поезд запустили. Вот он едет по мостику. Классно. Охота на конвой. Давайте посмотрим. Рассказывай нам, что там будет. О, прекрасно, я ждал тебя. Меня зовут Йен. Ты любишь играть в тачки, как и я. Перейдем к делу. Помнишь бомбу, которую подложили Франческо?
Через порта Корса едут грузовики, набитые такими же бомбами. Финн Макмиссл, британская разведка. Если подобраться к этой колонне, станет ясно, кто готовит взрыв. Осторожность очень важна. Попробуем скрытно подобраться поближе. Ну что, вперед! Давайте, теперь мы уже в каком-то итальянском городке. И нам надо проследить за конвоем. И узнаем, куда же они все-таки там едут. Задание требует предельной осторожности. Они не должны заметить слежку. Конечно, они не заметят. Мы так летим со скоростью света, что никто не заметит, что сзади них не летит что-то непонятное. Нам бы как-то скрыто ехать, а не лететь прям вследом. И вертолет, и машина. Да. Только что предыдущая часть была в Токио, там вот красивый такой городок ночной был. А тут, смотрите, итальянский, летний такой, солнечный день. Мы едем меж итальянскими домиками. Я думаю, это какой-то портовой город. То есть там где-то должен быть и пляж, и море, и давайте трамплин. Ух ты, не особо тут и трамплин-то был. Я думал, мы будем куда-то взлетать, а оказывается, на крышу заехали какого-то домика. Ой, ого, развернуло нас. Так, выравниваемся, обязательно выравниваемся. Теперь попытаются запутать. Попробуем не поддаться. Что я и говорила. Теперь они нас пытаются запутать. И они нас-то заметили. Опять эти взрывы кидают. Кто-то скидывает бомбочки. Ага, смотрите, прям видно было, вертолет стреляет. Теперь катятся вот эти круглые шарики на нас. У валуны. Так. Главное, чтобы они в нас не попали. Ой, только сказала и развернула нас опять. Интересно, нас трасса может выкинуть или нет? Или мы все так же будем ехать, просто потеряем свое время? Проверять не буду, не просите даже. Даже не просите. Да. Ага, смотрите, впереди разветвление, можно было поверху поехать. Но мы не успели. Нас бы опять там развернуло, наверное, и хорошо бы... Потеряли мы время. А тут сбоку, кстати, видели, виднелось море. Красиво такое голубое. Кто хочет лето? Ну, пишите в комментариях. Хочет на море, лето. А не все это слякоть, серость. Будни наших. Смотрите, белые яхты. Красивые вот эти вот. На фоне голубого моря белые паруса. Уже по пляжу будем ехать, а? Да, вроде все ближе и ближе мы к пляжу. Может, они на какую-то лодочку или кораблик везут что-то секретное, а мы пытаемся за ними проследить. Ого, смотрите, уже по воде даже едем. Прикольненько. Мы, кстати, потеряли эту машину грузовую. Смотрите, один вертолет остался. Вот это нас они уже и запутали, получается, да? Деревья. Зачем деревья ломать? Не понимаю. Такой город красивый и изуродовали. О, смотрите, вот и машинка-то. Значит, мы уже на финишной прямой. А ну, давайте постараемся догнать. Ого! Все в порядке, профессор? Нет, Макмиссл, из-за тебя. Не стоит благодарности. Это моя работа. Прекрасная работа, друг. Конечно, прекрасная. Спасли мы профессора. И заработали аж 5000
А ну сколько? 570 очков. Ага. Нам открылась дальше новая особая способность. Ладно, выходим в парк. Очень впечатляюще. За такие заслуги дают медали и посвящают в рыцари, если ты понимаешь, о чем я. Для меня честь работать с тобой. Надеюсь, как-нибудь повторим. Ты знаешь, где меня искать. Хорошо, давайте посмотрим наши бонусы. Смотрите, машинки. Ну, кстати, логично. В принципе, что еще может быть в бонусах, как не машинки? В мультике про машинки. Так, это тот самый город ночной. А вот Италия. Хорошо. И все, мы прошли, в принципе, все вот эти карты, смотрите. Да, быстро было у нас прохождение, игра, можно так сказать. Даже как-то жалко немножко. Ух ты! У тебя получилось отыскать всех ребят в парке! Фантастика! Но это не значит, что тебе больше нечем заняться. Есть еще много интересного. Просто спроси у них. Да, смотрите, пройдены все серии в парке. Уже все ребята наши собрались с шариками. Прям праздник какой-то. Давайте тогда будем на этом заканчивать. А тут можно посмотреть картинки, которые предоставлены у нас, видите? По каждой игре. Так, суперсемейка. Рататуй наш любимый. Такая у нас получилась финальная серия. Кому понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем до встречи, всем пока. С вами была ваша Мурмяу.